Welcome to all of Приветствую you and вас thank you всех for и sharing your спасибо, time with me что here on поделились со Sister мной Sunday. своим временем. It is Sunday Сегодня воскресенье, and it's time пришло время to relax расслабиться with music. Под музыку. Here in Здесь, December, в декабре, the световой день daylight is длится от нуля до 6-7 часов в день. A day. И темнеет and dark, очень very темно dark. Рано. И для, мы, and for us для нас, норвежцев, если у вас есть snow, снег, мы делаем эти маленькие снежные лалатанские фонарики, которые будут складываться из снежков, а затем мы ставим свечу и зажигаем их. И когда наступает темнота, вы видите все эти красивые пятна, которые вы сделали светлыми. И снег так важен для нас, когда так темно, потому что он загорается. И теперь мы подошли к кануну Нового года. Канун Нового года такой же, как и любой другой день. Но это конец года. И на следующий день, после 1 января, мы говорим, хорошо, теперь мы начинаем заново. Это абсолютно чистая бумага или листы. Мы не говорили, но эти дни are just просто фраза, потому что время идет. Так что нам трудно объяснить, что такое время, но это что-то то, где прошлое и у настоящего, и у будущего есть объяснение. Это время. И для меня канун Нового года – это день, когда пора задуматься. Я оглядываюсь немного назад и о том, что я сделал в этом году, что я сделал и что я сделал, хотел сделать, чтобы Новый год принес то, что я жду. Я думаю, у всех нас так. Так. Но эти песни, которые вы услышите сегодня, это песни, одну из которых вы знаете. Но есть одна песня, которую, я думаю, вы не слышали раньше. Это песня, которую я записал в прошлом году, потому что она совершенно новая. Она изначально на шведском языке. Но я сделал студийную версию на английском и немецком. Но сегодня здесь вы услышите английскую версию. И она называется «В канун Нового года». Но сначала мы исполним песню о всех наших мечтах, что когда вы желаете на звезду, если у вас есть мечта в вашем сердце, ваши мечты сбудутся.